Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Луки, и мы сегодня мы играем в приманочку на сером 1 Холиплей, первый серый, мы здесь Кирилл Путбуль, не забывайте вводить по ним по регистрации, и также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, и при достижении 5-го мы получим 50 тысяч, при достижении 10-го мы получим 100 тысяч, то есть в общей сумме получим 150 тысяч, мой промокод можно вводить на любом сером 1 Холиплей. Итак, господа, как вы поняли, сегодня у нас новое видео, и оно будет довольно-таки необычное. Ну как необычное, возможно, в мире Ютуба по съемкам это обычное видео, но я вам объясню, откуда у меня вообще эта машина, да, это, если что, моя машина. Я сейчас объясню, откуда она у меня, сколько я ее купил, кто я продал и так далее. Поэтому, пацаны, с вас это лайки, и не забывайте подписываться на канал. Ну что ж, давайте расскажу вам об этой машине. Это X5 на номерах, это не full blood номер, это просто красивый номер 3005. Именно такой здесь номер стоит красного цвета, то есть это цветные номера, это отлично. Что здесь еще есть? Здесь стоит антирадар, чип и вроде бы как все. Кстати, здесь нитро нету почему-то, я не знаю почему, но здесь нету нитро. А да, еще винил стоит, но винил мне этот не нравился, я хотел его убрать, но убрать винил нельзя, к сожалению, пока что. Возможно, в будущем это добавят, но сейчас этого сделать нельзя, и поэтому я его перекрасил в такой цвет прикольный, и получился вот такой вот классный камуфляж. Мне реально он очень нравится, не знаю как вам, мне он очень нравится. Вообще, что я продал, пацаны? Я продал, получается, свой монстр. Продал свой монстр ВОЗ и купил у Антона Виллы вот этот X5 за 5 миллионов. Как бы вот такие вот дела. Давайте вы сейчас посмотрите, как я продал монстр ВОЗ. Да, я его чисто слил на металл. Там, если что, номера были топ-3-4, поэтому можете его занимать. Да, пацаны, я слил тупо монстр на красивых номерах. Я вообще ебанутый, согласен. И за него я получил 8,5 миллионов. И потом купил у Антона этот X5. Ну что ж, вот вы посмотрели, как я продал монстр и купил вот этого X5. В нем есть один небольшой косяк. Но для меня это вообще не косяк, потому что мне серьезно пофиг, потому что я машину покупал лично для себя. Давайте сядем на обочину, чтобы никому не мешать. Я вам покажу. Пишем команду car и вот здесь X5. Нажимаем на него. И госк у него, пацаны, 1 миллион. Это X5 выбитый с рулетки, потому что рулетки урезали госки машин. Там теперь 1/3 от госки дается, короче. Вы можете ее продать там за лям. Именно X5. M. Да, он на красивых номерах. Да, он фуловый. Только нитро почему-то нету. Я, кстати, не обратил сразу на это внимание, но без разницы. Я его, возможно, поставлю. Пробег у него 630 километров. Это вообще ни о чем. Короче, грубо говоря, я поменял внедорожник на внедорожник. Да, монстр, блин, это реально дичь, серьезно. Вот баги, монстр, хольфкар и так далее. Ну и вот эти машины такие специфические. Я считаю, что это полная дичь. Но это уже не интересно, серьезно. Это реально уже не интересно. Их люди просто сливают ГОСТ. Они не кому не нужны. Я не понимаю, зачем вообще гольф-кар давали в рулетку, потому что, ну, от него толку нет. Его все продают, потому что он медленный. Он никому не нужен, серьезно. Он реально никому не нужен. Какие монстры, какие КамАЗ, какие баги. Ну, это не интересно транспорт, реально. Люди хотят гелики, БМВ, Мерседесы, Майбахи там и так далее. Ну, короче, вы поняли. Ну что ж, давайте посмотрим его разгон и максимальную скорость. Сразу здесь нету нитро, если что. Я буду ехать без нитро, просто я зажму чип и поедем. Поэтому не нужно, если что, там думать, что у него нитро. Его нету, видите, я нажимаю, все. Нету нитро у него, надо будет поставить. Все, пацаны, раз, два, три и погнали просто. Посмотрите, реально он просто валит, пацаны. Он едет так сам, как РС-ка просто. Реально почти так же, как РС-6 он едет. Вот, 143, видели было?
Грубо говоря, максималка у него 142 километра. Ну, 143, примерно. Реально, эта тачка мне очень нравится. Особенно морда ее нравится. Морда реально здесь очень классная. Реально просто кайфовая мордашка у него. Жопа не такая интересная, реально. Ну, жопа прикольная тем, что фонари прикольные. А так жопа, ну, такое себе. На самом деле, мне не очень нравится. А вот мордашка у него реально такая злая, пацанская прям. Реально кайф просто. Продавать я ее точно пока что не буду. В ближайшее время, там, пару месяцев, я думаю, точно продавать не буду. Возможно, когда выпустят новый модпак, возможно, я ее продам, возьму что-то другое. Но она мне очень нравится, понимаете? Теперь у меня, получается, две тачки на красных номерах. Это Мурка, моя любимица, и теперь X5. Чтобы понимали, теперь у меня 4 немецких машины и ламба. Просто. Это BMW, Mercedes, Audi и BMW обратно. Реально 4 немца и одна Lamborghini. Я просто был, где Lamborghini производится. Да, номера не Full Blood, но они прикольные, кстати. У Антона, кстати, проходит конкурс, пацаны, в группе на Audi RS6. Поэтому можете участвовать. Ссылку я оставлю в описании. Реально, перед Новым годом он разыграет Audi RS6. Он вчера крутил рулетку и поэтому выбил 2 RS6. Одну себе забрал, а одну выставил на розыгрыш. Поэтому ссылка в описании. Обязательно участвуйте в розыгрыше, потому что шансы есть выиграть у каждого. Даже я поучаствую, наверное, потому что RS6 лисы не бывает, пацаны. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых серий, вступайте к нам в семью, потому что мы с Антоном объединились, он у меня заместитель, и он может теперь принимать своих подписчиков. Все, пацаны, всем пока-пока.